Амину Мухаметьянову всего 7 лет. Мальчик бодрый и весел, несмотря на то, что немного отличается от своих сверстников. Он не так хорошо двигается и не так хорошо видит, но, как и все остальные, ждет праздника под Новый год. Поэтому вот уже несколько лет он приходит на елки в объединение подростковых клубов «Октава». И больше всего хочет увидеть только одно. Точнее, одного. Для чего ты сюда приходишь? Скажи, пожалуйста. Чтобы увидеть Дед Мороза. Вместе с Амином Мухаметьяновым на елку в «Октаву» каждый год приходят десятки особенных малышей со всего города. Это воспитанники специализированных групп детских садов. Каждый выход за пределы детского сада для них – настоящий праздник. Ведь сделать это удается нечасто. Очень приятно, что нашим детям уделяют внимание, потому что все равно они как бы выходят за территорию детского сада и общаются с другими детьми, они понимают, что не таких детей, не только они такие с ограниченными возможностями здоровья, но и есть и в других учреждениях. 15 декабря в ОПК «Октава» провели сразу 3 елки. В общей сложности на них побывали ни много ни мало 130 детей. Каждый из них вместе со сказочными персонажами поиграл в настоящих сыщиков, а найти им нужно было, как полагается, новогодние подарки. В этом году праздник для малышей по традиции подготовили сотрудники «Октавы» совместно с депутатом городского совета Владимиром Белоглазым. В заветной подарочной коробочке оказались всевозможные сладости. Быть может, они немного скрасят ожидания праздника для малышей в этом году. Лариса Миронова, Азат Давлетшин, информационная программа «Время новостей».